Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на часах Colme V31 можно сбросить все настройки до заводских с помощью настроек на часах. Заходим в настройки, опускаемся в самый низ, нажимаем «Система» и нажимаем «Сброс настроек». Подтверждаем. Наши часы сбрасываются до заводских. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!